Обстановка вокруг Запорожской АЭС накаляется. Власти Украины заявили, что российские войска планируют совершить теракт на Запорожской АЭС и подготовили все условия для этого. В России обвинения отрицают и называют очередной ложью. Тем временем Международное агентство по атомной энергетике утверждает, что ситуация вокруг Запорожской АЭС крайне нестабильна. Уже больше полугода она находится под контролем российских войск. В последний месяц вокруг нее возникает много тревожных новостей. Ее территорию несколько месяцев обстреливали, а теперь ходят слухи о ее минировании. Россия и Украина обвиняют друг друга в ядерном терроризме, а обстановка вокруг АЭС вызывает все большее беспокойство. На этот раз, видимо, все серьезно, потому как экстренные службы Украины проводят учения по отработке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС. Но какую именно ситуацию они отрабатывают и какие последствия нас ждут, если произойдет авария на этой АЭС? Давайте соберем все данные воедино и посмотрим, какие последствия нас ждут при неблагоприятном течении событий. Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. По числу блоков и установленной мощности это не только крупнейшая станция Украины, но и самая крупная АЭС в Европе. Станция включает 6 энергоблоков АВР-1000 с суммарной мощностью 6 гигаватт. Строительство Запорожской АЭС началось в 1979 году. Спустя 5 лет был введен в эксплуатацию первый энергоблок, а последний, шестой, лишь в 1995, после отмены моратория на строительство ядерных объектов, введенного из-за аварии на Чернобыльской АЭС. В мирное время Запорожская АЭС вырабатывала 40 миллиардов киловатт-час электроэнергии ежегодно. Это составляло примерно 50% от всей электроэнергии, производимой атомными электростанциями Украины. Сегодня Запорожская атомная станция не работает на предельных мощностях. Это связано с угрозами безопасности станции. 2 реактора находятся в состоянии ремонта, 3 реактора в режиме холодного останова, то есть не вырабатывают ни электроэнергию, ни тепло. Еще один реактор находится в состоянии горячего останова, что позволяет поддерживать генерацию тепла и пара, необходимых для работы целого ряда технологических узлов парогенератора и турбины. После перехода Запорожской АЭС под контроль российских войск подразделения ВСУ начали осуществлять обстрелы территории станции и города Энергодар. Украинские военные использовали беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Российским системам ПВО в большинстве случаев удавалось отражать атаки, тем не менее фиксировались случаи попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов. Еще одной проблемой для Запорожской АЭС является охлаждение реакторов, которое должно быть непрерывным. Одним из источников охлаждения Запорожской АЭС являлось Каховское водохранилище. После разрушения Каховской ГЭС уровень воды в водоеме начал падать. По данным Росэнергоатома, для заполнения бассейна охладителя сейчас используются альтернативные источники – артезианская скважина и система обеспечения технической водой. Для охлаждения оставшегося в реакторах ядерного топлива необходима также электроэнергия. В период штатной работы Запорожская АЭС имела 4 линии выдачи мощности. 3 из них – Запорожская, Южно-Донбасская и Каховская – на сегодняшний день отключены. В работе находится только воздушная линия Днепровская, которая подает электроэнергию с правого берега Днепра. Из-за обстрелов и повреждения линии электропередачи неоднократно происходило полное отключение Запорожской АЭС от внешних источников. А вы знали, что в крипту можно не только инвестировать, но и использовать как средство для развлечения? Например, играя в лучшем лицензионном казино BC Game. Проект является официальным спонсором сборной Аргентины по футболу и заслужил доверие миллионов игроков по всему миру. Здесь вы найдете множество игр и сможете сделать ставки на спорт и киберспорт. Регистрируясь по моей ссылке, каждый новый игрок получит ежедневный шанс выиграть до 1 биткоина в счастливой рулетке, а также до 300% на первый депозит криптой или картой. Но самое крутое то, что вывод без верификации, поскольку компания заботится об анонимности своих игроков. Это очень удобно, ведь вы сможете получать свой выигрыш в крипте или обычной валюте за считанные минуты. Именно поэтому BC Game – это топ-1 казино в мире. И, кстати, чуть не забыл, в чате казино каждые 6 часов проводится бесплатная раздача денег, что является еще одним преимуществом. Поэтому регистрируйтесь по ссылке в первом комментарии, забирайте бонусы, играйте и выигрывайте. Еще в мае глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится непредсказуемой и потенциально опасной. Через месяц после заявления Гросси была разрушена Каховская ГЭС, чего мы опасались весь прошлый год. Давайте быстро вспомним, как это было. В ночь на 6 июня по самой ГЭС нанесли ряд ударов, из-за чего разрушились задвижки плотины. По этой причине вода из водохранилища начала сбрасываться ниже по течению.
Затопление территории началось после того, как пострадала опора плотины. Сначала уровень воды в водохранилище поднялся на 2,5 метра, а вода устремилась вниз по течению. Вскоре уровень воды в Днепре вырос больше, чем на 10 метров и продолжил увеличиваться. Спустя почти 10 дней Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Разрушение Каховской ГЭС за несколько дней нанесло серьезный урон находящимся поблизости населенным пунктам. Мощные потоки воды стали смывать все на своем пути. А ведь, как мы знаем, Каховское водохранилище было использовано для пополнения прудов-охладителей Запорожской АЭС, поэтому исчезновение этого водохранилища уже сказалось на безопасности станции, только пока непонятно, насколько серьезно. Теперь после разрушения ГЭС все ждут обстрелов на Запорожской АЭС, но никто не может сказать, возможно ли таким способом нанести урон. Например, есть мнение, что АЭС просто так с БПЛА не подорвать. В реальности подобных испытаний не было. Ходят слухи, что на закате Советского Союза был проведен эксперимент. Стреляли ракеты по недостроенной атомной станции, которая располагалась около Щелкина в Крыму. Но подтверждений этому нет. Неизвестно и о последствиях. Но совершенно точно известно, что Ирак во время Ирано-Иракской войны стрелял по недостроенному корпусу атомной электростанции вблизи города Бушер. Там были повреждения. Можно сказать одно, до сердцевины энергоблока, до активной зоны добраться не так-то просто. Ракете надо пройти достаточно длинный путь. При попадании ее в реактор могут быть выведены из строя части систем, которые обслуживают реактор. Второй момент. Реактор окружает бетонное здание, которое удерживает внутри радиоактивные вещества. При попадании ракеты радиоактивные вещества, которые могут появиться в начале аварии, через отверстие в стене вырвутся наружу, а дальше ветром подхватится и превратится все это в радиоактивное облако, которое разнесется по огромным территориям. В первую очередь далеко может улететь летучий йод-131, однако его период полураспада всего около 8 дней, и он будет представлять угрозу лишь короткое время. Но с точки зрения воздействия на организм он как раз может представлять главную угрозу для населения вокруг АЭС. Не случайно сейчас поступает информация, что украинские власти уже раздают населению в ближайших регионах препараты стабильного йода, таблетки йодида калия, для возможной йодной профилактики. Дело в том, что йод накапливается в щитовидной железе, поэтому перед возможным попаданием в облако выброса радиоактивного йода нужно сделать йодную профилактику, употребить стабильный йод. Он займет место в щитовидке и не пустит туда радиоактивный йод-131. Но и эта мера в первую очередь для населения вблизи АЭС, в пределах десятков, максимум сотни километров. Дальше йод-131, конечно, может улететь, но уже в меньших концентрациях. При этом он в первую очередь опасен для детей, а не для взрослых, в силу большей восприимчивости детского организма. Главное последствие – возможный рост риска возникновения рака щитовидной железы. Но все будет зависеть от объема выброшенного йода, его концентрации и погодных условий. Второй опасный фактор возможного выброса при повреждении реактора – это изотоп цезий-137 с периодом полураспада уже 30 лет, который может вылететь с аэрозолями. В Чернобыле, например, в большей степени именно он определял основное загрязнение территории в результате выброса. Однако насколько далеко и как много его может улететь в результате аварии, тут очень широкий диапазон возможных последствий, потому что это зависит от многих факторов – и от характера аварии и выброса, и от погодных условий. Во время Чернобыльской катастрофы цезий улетел довольно далеко, облако действительно накрыло всю Европу, но тут важны цифры. Он улетел, но чем дальше, тем в меньших концентрациях он выпадал. Могу сказать, что его следы можно найти даже на Урале, за тысячи километров. С точки зрения опасности для человеческого организма, то, что улетело на расстоянии дальше нескольких десятков километров от выброса, чаще всего уже не представляет серьезной угрозы для здоровья в силу большого рассеивания. Впрочем, выпадания обычно идут неравномерно, могут быть пятнистыми из-за вымывающих их осадков или образовывать длинный узкий шлейф, если будет устойчивый сильный ветер в какую-то сторону, например, как было при Кыштымской аварии. Также зона загрязнения будет зависеть от длительности выброса. В Чернобыле, например, он продолжался более недели, пока горел графит, так что смена ветра за это время направляла выбросы в разные стороны. Но для Запорожской АЭС, если выброс и будет, то скорее всего он будет кратковременным и разовым. Международные эксперты указывают, что при аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварии на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Винницкой, Донецкой и Луганской, а также приграничных районов России и Белоруссии.
Конечно, мы не знаем точное направление роза ветров, но масштаб уже получается просто огромный. Конечно, радиоактивные вещества накроют и несколько стран Евросоюза. Радионуклиды накроют большие территории в Польше, Словакии и Германии. Чрезвычайная ситуация с ядовитыми веществами вызовет массовую миграцию населения и будет иметь катастрофические последствия. Последствия аварии на Запорожской АЭС прекрасно понимает и в Киеве. В августе 2002 года в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявили, что последствия аварии на Запорожской АЭС могут быть в 10 раз мощнее, чем при Чернобыле. Прогнозируется, что зона отчуждения будет составлять до 30 тысяч квадратных километров. Там невозможно будет ни жить, ни вести хозяйство в последующие 100 тысяч лет. Придется переселить 2 миллиона человек. Украину накроет радиоактивный цезий в количестве, опасном для всего живого. Далее радиоактивные вещества будут распространяться в зависимости от направления ветра. Бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что по его расчетам, если на Запорожской АЭС произойдет авария, это коснется примерно 1 миллиарда человек, проживающих в 40 странах. Это что касается наиболее опасного сценария, когда через разрушенный контейнмент происходит попадание снаряда в работающий реактор или его разрушение и взрыв. И я сказал, что последствия сильно зависят от состояния реактора. Если реактор в момент аварии был остановлен уже какое-то время, особенно если речь о неделях, то в нем не будет ни большого давления, способного усилить энергию выброса, ни наиболее опасного для населения йода-131, который уже распался. Так что выброс, если он случится, будет менее опасным и по объему, и по составу. Но мы знаем, что как минимум один реактор Запорожской АЭС работает, и если что-то произойдет с ним, этого вполне хватит, чтобы вызвать радиоактивную катастрофу. Наиболее вероятно и опасно в таком случае полное обесточивание АЭС. Это сценарий Фукусимы. Даже после остановки реактора топливо в нем нужно охлаждать. Цепная реакция в нем прекращается, деление урана и плутония в нем прекращаются, но продолжается распад радиоактивных элементов. Энерговыделение этого процесса меньше, но довольно существенно. Спустя несколько часов после остановки реактора энерговыделение топлива остается на уровне около 1% от номинального и спадает далее примерно по экспоненте. Чтобы это тепло отводить, нужна работа насосов, а для них электроэнергия. Самое надежное – это брать ее из сети. Худший вариант, если нарушится энергоснабжение станции, будет ее отключение от внешних сетей. И из-за обстрелов и пожаров вокруг станции такие обрывы уже случались, но не всех линий. А вот 25 августа 2022 года случился полный блэкаут, когда на небольшое время были отключены все 4 линии – 3 на 750 кВт и 1 на 330 кВт. Такое полное отключение Запорожской АЭС от сети случилось впервые за всю ее 40-летнюю историю. Два оставшихся в работе на небольшой мощности блока, 5 и 6, были отключены действием автоматики. На такой случай на станции имеются резервные дизель-генераторы, и они были задействованы, пока не была восстановлена одна линия. Но если восстановить линии электропередач быстро не удается, а дизель-генераторы не сработают или в них кончится топливо, то ядерное топливо в реакторах и бассейнах выдержки будет нагреваться, разрушаться и в итоге плавиться, что приведет к радиационной аварии. Именно это случилось в Фукусиме, где из-за землетрясения и цунами случился и обрыв внешних линий и затопление дизелей. Конечно, более простая цель – это сухое хранилище отработанного ядерного топлива, которое находится на территории Запорожской АЭС под открытым небом. На специальной площадке стоят бетонные бочки высотой в двухэтажный дом, куда заложены отработавшие топливные сборки. Самые активные изотопы там уже распались, потому что отработавшее топливо там старое. Оно не настолько горячее, поэтому охлаждается воздухом. Попадание ракеты в сухое хранилище приведет больше к локальному радиационному заражению. Будет загрязнена окружающая территория, может быть самой этой площадки, но к серьезным последствиям это возможно не приведет. Ситуация на Запорожской АЭС в последние месяцы существенно ухудшалась, констатировал в начале июня глава МАГАТЭ Рафаэл Гросси. Обстрелы атомной станции со стороны ВСУ, повреждения инфраструктуры, перебои в подаче электроэнергии, разрушение Каховской ГЭС, а теперь еще и заявление украинских властей о каком-то теракте на станции. Все это говорит нам о серьезности ситуации и относиться к ней нужно соответственно. Мы будем следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС и по мере появления новых данных будем делиться с вами. На этом все. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии к этому видео.